Съемочная бригада телеканала ТБН посетила многодетные семьи в городке Надежда, чтобы вручить подарки. Все подробности в следующем сюжете. Детский городок Надежда открыл свои двери для новых жильцов в 2009 году. Сейчас здесь проживает уже 19 семей. Всем этим людям не безразлична судьба детей-сирот. Для них они готовы открыть свои дома и свои сердца. Это семья Максима и Ирины Мокичевых. Сейчас в их семье воспитывается 6 детей, 2 своих и 4 приемных. Еще один новый член семьи должен появиться на свет совсем скоро. Я живу в этой семье 9 лет. Ну, наша семья очень дружная. Мы учимся, ездим в поездки в разные семьи, летом отдыхаем. Нас любят, заботятся о нас, то, что покупают все. Катю и Надю взяли в семью около 9 лет назад. На этих кадрах они еще маленькие, и в их глазах видна особая благодарность за ту теплую любовь, которую они обрели в этом доме. Взрослея, начинаешь еще больше ценить жизнь и тех, кто рядом. Я в этой семье живу уже 8 лет. Это семья хорошая, мне очень нравится в ней. Я ей благодарна за то, что они меня забрали, то, что мы ходим в церковь, мне это нравится. О чем мечтаешь, Катюш? Мечтаю стать учительницей начальных классов, как мама. В этой семье все живут дружно и весело. У каждого ребенка есть заветная мечта. И особенно у тех, кто с детства был лишен родительской заботы. Но эти дети уже не сироты. Они любимы и так нужны своей семье. За что больше всего хотела бы маму с папой поблагодарить? За то, что взяли меня в семью. Тебе нравится здесь? О чем мечтаешь, Илюш? Стать великим футболистом. Несмотря на то, что дома в городке оборудованы всем необходимым для проживания, быт современной многодетной семьи порой требует много усилий и затрат. Узнав о том, что семья Мокичевых нуждается в покупке стиральной машины, телеканал ТБН в рамках благотворительной программы «Доброе дело» сделал этой семье подарок. Нужную и необходимую стиральную машину доставили прямо домой. От всего телеканала ТБН, от наших партнеров мы сегодня сделаем вам подарок. Помощь и память, и поддержка от всех тех, кто хочет, чтобы жизнь людей преображалась к лучшему. Благодаря помощи и поддержке наших партнеров мы смогли сделать это доброе дело вместе. Ведь каждый человек, рожденный в этот мир, важен и нужен. Спасибо вам большое от всей нашей семьи, вам и вашему замечательному телеканалу. Действительно, машинка – это очень хороший подарок для нас. Прежняя машинка нам 8 лет отслужила верой и правдой. Но вы сами понимаете, какой у нее износ и какая нагрузка. По нескольку раз в день бывает, стираем вещи, и каждый день это точно. Так что это правда очень ценно и очень приятно. Не терпится увидеть, какая она кнопочки понажимать. Кто-то однажды сказал, что чужих детей не бывает, и семья Ирины и Максима полностью подтверждает эти слова. А еще множество таких же неравнодушных людей, сердца которых готовы дарить любовь этим маленьким людям. Анна Коваленко, Данил Кильдюшевский, новости ТБН.